Привет, Политех! 26 апреля ректор РНИТУ Михаил Корняков представил программу целевого обучения для магистрантов и аспирантов Иркутского политеха. Проект реализуется в рамках программы «Приоритет-2030». Программа целевого обучения направлена на подготовку молодых, высококвалифицированных кадров для развития науки и образования в РНИТУ. Для участников это возможность реализовать себя и построить карьеру в университете. Эта программа появилась в прошлом году и появилась не по нашей инициативе, но таких же ребят, как вы, которые заканчивали бакалавриат, собирались в магистратуру, и один из них пришел ко мне на прием, сказал, что я потом хочу остаться работать в университете, продолжать там научно-преподавательскую деятельность. Ну, соответственно, мы подумали, почему бы и нет. Мы проведем целевую подготовку для других компаний, для промышленных компаний. Почему мы не можем вести целевую подготовку для самих себя? Студенты могут поступить на программы магистратуры или аспирантуры любого института РНИТУ. После заключения ученического договора магистрант сможет получать 25 тысяч рублей в качестве материальной меры поддержки. Аспирант – до 45 тысяч рублей. Кроме финансовой поддержки, студент также получит компенсацию оплаты проживания в общежитиях, возможность академической мобильности и многое другое. Кроме финансовой поддержки, мы планируем ребят обучать, направлять на стажировки, командировки. Если требуется какое-то дополнительное профессиональное образование, мы тоже готовы ребятам предоставить, если, конечно, у них будут запросы. На мероприятии присутствовали магистранты и аспиранты, уже обучающиеся по программе целевой подготовки. Софья Шашкина рассказала о том, как администрация университета поддерживает студентов. У нас было несколько встреч с представителями администрации университета. Весьма показательно, что администрация заинтересована. Много вопросов, то есть это идет не только контроль, но и определенные меры поддержки предлагаются. Есть возможность съездить на стажировку, то есть приобрести новые навыки. Заявки принимаются до 31 мая. Всю информацию можно узнать на сайте университета в разделе «Студенту», «Карьера» и «Трудоустройство».